Так, я не понял, а ну пошел отсюда, забирай свое копье и уходи домой. Ты думаешь, ты такой крутой один с суперсилой? Да, я сейчас тоже включу суперсилу. На, получай, получи, получи, получи. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство. Круто, круто, все круто. С вами, как всегда, Юра, ребятки. И мы продолжаем, ребяточки, играть в игру Бой Теней или Бой с Тенью, или Shadow Fight 3. Как вам удобно, ребятки, так и называйте. А мы начинаем, ребятки, наш эпический дуэль. Так, ребятки, поиск противника у нас идет здесь. Так, ну что ж, нашло какого-то, ребятки, Джири. И давайте, собственно, мы с вами попробуем, ребятки, его на крепость. Попробуем, насколько, ребяточки, он сможет вообще нас победить. Или мы его, не знаю. Но, ребятки, но для того, чтобы нам проходить, ребятки, игру, чтобы главу первую, ребяточки, нам пройти, нам нужно чем больше победить здесь соперников на дуэли. Потому что у нас улучшается, ребятки, все. Бой! Вот так вот, ребяточки. Ой, тихо-тихо, он меня через плечо бросил. Ах, ты такой негодяй, на тебе вот так вот. Ага, вот. Получи, получи, получи топорами. Ребят, да что ж такое, не могу никак ему нормально врезать. Вот, пускай получает. А, это он не врезал. У него, ребятки, меч, видите, и он с этим мечом. Да вставай же ты, Юра, что же ты. Так, ребятки, я включаю суперсилу. Я включаю суперсилу, ребята, и начинаем следующее. Да, ребятки, суперсила мне вообще ничего не дала. -то. Давайте как-то с вами вот так вот мы его. Ха-ха-ха. Так, ну что, ребяточки. Надо нам немножко его усмирить, потому что довольно-таки сложный соперник нам, ребяточки, попался. Вот, последний удар. Давай, Юра. Ах, мимо, мимо, мимо. Вы видели? Вот ногой я ему. Отличненько, ребята. Ногой я его уже все-таки усмирил. Так, круто. Поехали дальше. Так, так, так. Ребятки, второй раунд. Мы готовы. Да, да, поехали. Ох ты такой. На тебе в ляжку вот ногой. Так, на тебе топорами. Ах да, ага, понял. Я понял твои движения. Все. Теперь на. Теперь вот так вот я тебя брошу. Раз. Теперь получай. Два. Получай. Три. Вот так вот мы тебя перкутом. Так, ребятки, он тоже меня через плечо бросил. Это не есть хорошо. Так, но сейчас, я думаю, мы с вами его должны победить в любом случае. Откуда ж ты? Ага, он суперсилу, да? Ты такой крутой, да? И я суперсилу включу. И вот мы такие вот крутые. Ребятки, у него вылетело оружие с рук. Посмотрите, он теперь безоружный. Безоружный чувачок. А мы, ребяточки, с оружием. Вот так вот пускай получает, ребята. Тихо, тихо, тихо. Вот так вот, ребятки, отличненько, дорогие друзья. И мы все-таки победили его. И это просто замечательно. Так, погнали, ребятки. Дальше, так, что здесь у нас? Ребятки, отлично, мы заработали очень много баллов. Мы открыли, ребятки, обычный сундук. Сейчас откроем. Так, начать, ребятки. 12 кристаллов, ой, до рубинов, чтобы открыть. А, ребятки, рубинов у нас даже нету. Так что давайте начнем дуэль, ребятки, чтобы зарабатывать рубины, потому что рубинов у нас попросту нету. Так, ребята, ну что ж, нашло какого-то чувачка для того, чтобы мы могли сразиться с ним, ребяточки, в дуэли. И давайте, собственно, с вами, ребяточки, перейдем и посмотрим, что у нас есть. Так, в бой, ребята, в бой. Вау, ребяточки. Вот это да, вот это он меня бросил. Слышишь? А ну подожди. А ну-ка дай-ка я тебя. Ох, ребята, он выронил свое оружие. Вы видели? Вот так вот. Вот, ага. Ты теперь думаешь, ты будешь такой крутой, да? А вот так вот. А если я включу суперсилу? Вот так вот я тебе сделаю. Ха-ха-ха. И вот так вот я тебе сделаю мечами своими. Вот. Вау, ребята, вот это замедление. Вы видели? Вы видели, какое замедление? Это было просто круто. Все, ребята, мы ему дали в ноги по ляжкам, и он упал. И это просто, ребятки, отличненько. Так, ну что ж, дорогие друзья. Он все-таки сдался, и мы... А, мы приходим ко второму раунду. Так, ну что ж, поехали. Так, я не понял, откуда ты взялся-то, а? Ты такой крутой, да, вот на, получи вот так вот. Ага, вот так вот еще получи, и вот на топорами. А это он мне, ага, это он меня порубил своим мечом. Ага, вот так вот.
Меня тоже когда-то били. Был меч, ребяточки, но меч мне не зашел. Мне очень понравились вот эти топоры. Топоры довольно, ребятки, такие прикольные. Вот так вот ему по ногам. Отличненько, дорогие друзья. Выронил он меч и упал на пол. И так сказать, проиграл противостояние, которое мы, ребятки, затеяли с вами вместе. И что же мы видим дальше? А дальше мы видим, ребятки, буквально следующее. Так, ну что ж, ребятки, обычный сундук у нас есть. Так, самое главное, нам нужны рубины. Так, ребятки, рубинов у нас 7, как и всегда. Так, а для того, чтобы этот открыть, сколько нужно? Так, другой сундук уже открывается. Открыть сейчас 12 рубинов. У меня даже рубинов, ребятки, нету, чтобы открыть их. Может, через некоторое время появится. Так, ну что ж, ребятки, давайте на дуэли заработаем много ящиков. Да пойдем в главу первую. Да как их всех научим драться, чтобы они увидели, как я дерусь, и запомнили это, ребятки, навсегда. Так, ребятки, в бой. Вот так вот получай. Ах ты такой негодяй. На тебе вот так вот. А вот так вот тебе. Нет, вот так вот ты не хочешь моими топорами получить. Вот так вот получи, 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 получи. Вот так вот, отличненько, дорогие друзья. Ага, он включил суперсилу и думает, такой крутой, да? И мы тоже, ребятки, активировали суперсилу. И мы с вами сейчас покажем ему, где раки зимуют. Вот так вот ему. Чтобы знал. Воу! Фух, мимо, вы видели? А если бы, ребятки, он встал, я бы просто ему бы отрубил эту часть. Так, ну все же, давайте, ребятки, посмотрим с вами, что у нас дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты думаешь, ты такой крутой? Да на, вот так и получи. Ох, ох, ох. Вот так вот, отлично, супер. Ого. Довольно-таки прикольно. Так, 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 так. Стоять, 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 ребята. Вау, классно, дорогие друзья. И мы победили, и это просто замечательно. Так, ребяточки, мы выиграли в обеих раундах с вами. И давайте посмотрим, сколько у нас, ребятки, очков. Так, ребята, мы эпический сундук выиграли. Это какой-то очень крутой сундук, ребяточки. Но стоит помнить, что рубинов у нас все-таки недостаточно для того, чтобы открыть. Рубины у нас появятся немножко позже, когда мы будем, ребятки, отдыхать. Так, ребятки, ну что ж, давайте откроем еще один сундучок. Еще один сундучок с вами откроем. А потом в следующий раз, когда мы зайдем уже в эту игру, у нас будет, ребятки, доступен режим рубинов. Мы сможем с вами, ребятки, за эти рубины открыть эти ящички и перейти уже в первую главу драться. Так, ну что ж, поехали. Так, а кто здесь такой крутой-то, а? Ага, это ты такой крутой. На, получи. На, получи, я буду драться до последнего с тобой. Получай, получай, получай. Так, ага, ты со своим копьем что, такой крутой, да? Сейчас мы тебя поставим на место. Так, я не понял, а ну пошел отсюда, забирай свое копье и уходи домой. Ты думаешь, ты такой крутой один, но с суперсилой. Да, я сейчас тоже включу суперсилу. На, получай, получи, получи, получи. Так, ну что ж, ребят, мы довольно-таки неплохо сражаемся. Но чувак с копьем хочет нас, я так понял, уничтожить. Но самое главное, ребятки, нам не сдаваться. Ого. Вы видели, как мы ему по шлему, ребятки, ударили? Его шлем бедный от этого просто разлетелся на части. Все, ребята, отличненько. Мы его победили. У него аж ножки задрожали, бедненький. Так, ну что ж, погнали дальше. Так, ребяточки, второй раунд. И полетели. Ого, ребята. Довольно-таки умело он махает своим копьем. Вот так вот мы его порежем немножко. Да, ребяточки, копье длинное и достает довольно-таки далеко. Ага, он суперсилу. Он душит меня. Ах, ты такой негодяй. Ты хотел меня задушить. На тебе, получи, получи, получи. Вот, вот так вот его, ребяточки. Вот, вот так вот, чтобы он знал, куда он лезет. Ха-ха-ха, теперь я его задушу. Все, ребята, вот это да, вот это да. Теперь мы должны его, ребятки, обязательно победить. Как бы, ребятки, это ни звучало, мы должны, ребята, его просто-напросто уничтожить. Все, ребяточки, отлично.
И мы его с вами победили. И это просто, ребятки, круто. Так, ну что ж, ребятки, он сдается. И мы, ребятки, побеждаем. И это просто, ребяточки, замечательно. Так, дорогие друзья, мы заработали с вами очень много очков. Обычный сундук открыли. Так, ребят, и что у нас получается? Посмотрите, мы открыли 4 сундука, которые можно открыть только через время, ребятки. Откроем мы их в следующий раз, дорогие друзья, потому что в этот раз у нас не хватает рубинов. Так, а я вам хочу, ребятки, сказать, что этот эпизод подходит к концу. Если вам это понравилось, ребяточки, видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал и не забудьте поставить колокольчик. А с вами был, как всегда, Юра, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал. Вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока, ребята.